когда мы открываем книги Шрилы Прабхупады, когда мы начинаем читать книги Прабхупады, и когда мы слышим Шрилу Прабхупаду в его лекциях, с нами начинает что-то происходить. Vaishna Vangsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tang Sajivam Sadaitam Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанна Девам Шри Радха Кришна Падан Сагана Лалита Шри Вишакха Нитаншам. Начинаешь понимать, что Шрила Прабхупада для тебя просто как океан милости, океан терпения, океан прощения, океан знания. Бхаджа Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхар Сивашади Гоур Бхакта Бриндам. Все Шрила Прабхупада просто он принес сюда для того, чтобы вот, знаете, заполнить этот мир самым, самым наилучшим, что есть вообще в этом, может быть, в этом мире. Наш разум мы можем поддерживать в чистоте только тогда, когда будем держаться за лотосные стопы Шрилы Прабхупады. Это единственный способ нас не отойти в сторону. Нам просто нужно схватиться и держаться за них. Большое за эту жизнь, за эти знания, за пример ваш и ваших последователей. Можно подружиться с Шрилой Прабхупадой, просто взяв одну из тех книг, которые там стоят. И можно очень просто получить даршан Шрилы Прабхупады, никуда не нужно ехать. Прабхупада дал нам очень важные вещи, во что верить, что делать, как это делать и, главное, кого любить.
Шрила Прабхупады даже более важны, чем наше понимание санскрита. И успех в жизни нас ждет настолько, насколько мы всем сердцем примем наставления Шрила Прабхупады и воплотим в своей жизни, а также поможем другим обрести милость лотосных стоп Шрила Прабхупады. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну, Шрила Прабхупада дал в действительности метод. Он дал метод киртана, дал метод слушания игр Господа, дал метод поклонение божеству, дал метод общения с вайшнавами, дружеских отношений с вайшнавами. То есть, и дальше можно перечислять еще очень много. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Шрила Прабхупада закрыл глаза, говорит, я так хочу вернуться к Кришне, попробовать качори. Мама Яшоды. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шивасади, Гаура Бхакта Вринда. Ом. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Нама Ом, Вишну Падая, Кришна Приштая, Бутале. Шримате, Бхактивиданта, Свами, Итинамине, Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пащатья, Дешатарине, Пушпанджали! Предлагаем поклон Шри Прабхупаде. Пушпанджали! Поклон и еще раз повторим. Пушпанджали! 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 Пушпанджали, Пушпанджали, Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Джая Прабхупад. Hare Rama, Hare Rama.
Такие!